Всем доброе утро. Сегодня у нас 19 июня 2024 года. В этот знаменательный день мы едем в отпуск в Норвегию. Да, отпуска не было где-то, наверное, полгода. Мы немножко уже подозверели. В общем, решили, что надо обязательно куда-то съездить. И, в общем, так получилось, что Норвегия была лучшим направлением. Ну, Сиэтл пока не смонтировал. Там, по-моему, еще что-то было. Ну, в общем, я думаю, наверное, Сиэтл выложу, так сказать, на годовщину того, когда мы там были. То есть через пару месяцев. Ну, а за мной тут, типа, полка с Лего вот у нас в плане. Так. Лего называется улица вот эта вот самая из Гарри Поттера. Как она там? Диагон Аллей. Аллея Диагон. Ну, вот тут такие всякие прикольные домики. Может, можно будет потом как-то более подробно все обснимать. Ну, в общем, вот они такие. Нам напоминают Ирландию. До Ирландии мы пока не добрались. Что-то геморно как-то визу оформлять. Я уже отвык. Мне лень. Все такое. Ну, тут типа... А, это рыцари там из другого набора. Уже, наверное, потом надо будет его снимать детально. Еще как я его собирал. У меня аж кончики пальцев болели. Ну, в общем, вот тут такой вот магазин всякой магической снеги. И здесь вот прикольно книжный. И кафешечка, не помню. Фигурировал ли она в фильме или это фантазии автора. Да, пылище, конечно. Очень странная пыль, она как будто какой-то мелкий. Мелкий этот самый. Мел покрошенный. В общем, такие вот домики. А рыцари вот из замка. Замок надо отдельно обснимать, там прям практически погулять по нему можно. Чувачок, которого мне Ольга день рождения подарила. Ну, еще дядь показывали. Синки тут стоит у нас душевой. Дает такой эффект. Классно, нестандартный белый потолок, а такой он темно-рыжий. Ну, может, не темно, просто рыжий, но, короче, темный. В общем, на нем этот космос, просто космос. Стоим, ждем такси. Тазик кофейку выпить с поросяном. Оль там Франц Ботман. Короче, в аэропарке сидим. Ну как она вчера смеялась? Вот это вот пустое место. Тут, по идее, должен быть наш самолет. Но, как вы видите, его нет. Чудо не произошло. Евровинкс опять опаздывает. Заехали тут в местный супермаркет Рема 1000. Ну, супермаркет как супермаркет. Единственное, что вот у них есть такой прикольный коричневый сыр. Типа, ну, по ощущению, как будто на нашей ряженке сделан. Вот. И солнце. Тут обещали проливные дожди, беспроглядные, так сказать, тучи. Но, тем не менее, приходится вот солнечные очки носить. Вот, вот наша машинка на ближайшие, сколько там, 10 дней, да? Ну, в общем, да, сейчас
сниму. Сейчас думаем на какое-нибудь озерцо, там пикникерию и всяких бутербродов поесть. Вот, еще, короче, приключилась оказия в аэропорту. Что-то с нашего самолета всех проверяли на документы. Вот, я решил выпендриться, показать, так сказать, калифорнийский ID. Вот, но что-то они как-то не оценили. Начали паспорта просить, по 5-10. Ну, в общем, в итоге просканировали там наши паспорта. Записали все места, где мы останавливаемся, все там что-то отфотали. Ну, в общем, ну, в принципе, пустили, это еще одно мне пофигу. Вот, но как-то осадочка остался немножко. Пили тут малек сувенирный продукт. Колбаса из лося. А еще там нарезочки всякие. Типа это олень. Это я так и не смог перевести, что такое. И там какой-то морсик место. В общем, вот так вот это неубедительно выглядит в корзинке. Вот, а стоит, ну, примерно на 10 можно поделить, короче, 50 баксов. Отличительной фишкой Норвегии являются вот эти вот разные пасты в баллончиках. Это вот чеддер с хариза. Ну, а так всякие есть креветочки, семги там и прочее. В общем, я это называю космическая еда. Ну, тут так еще сырок взяли, колбаску, хлебушек, питьевой йогурт.
Мы приехали на первое место на стоянке. Такая деревенька из таких вот домиков. Мы вот за этой дверью. Ну, крыша там, да, типичная, все заросшие. Как вот там вот. Сейчас заходим внутрь. Поскольку приехали, еще ничего не выгрузили. Гостевая спальня, двухэтажная кровать, языки. Дальше проходим гостиную. Такие вот офигенные люстры. Там можно крестики-нолики поиграть. Даже как-то погрин. Но до грин ничего не купили. Так, у меня она была вот в этой спальне. Сейчас санузел. Сауны. Погреться. Малка. Значит, там пищевая каминка, как прикольно, просто стенки. Дверцы такие. Так, мы здесь, сауна, господи. Долго ехали. Как-то мы останавливались. Я сбилась на каком водопаде? На восьмом. Дальше я перестала считать. Это невозможно. Заехали в супермаркет. Смотри, они как сдулись. Мы явно на горе. Да. Сейчас будем пирожки баловаться. Еда по цене героина. Пирожку, наверное, можно просто занюхивать. А, нет, нюхают кокаин, ну ладно, не суть. В общем, такой вот апартамент. Так, друзья, как вы считаете, который сейчас час? Ваше предположение. Правильно. 23:20.